Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы находитесь на канале Hard Reset Info, и я покажу вам, как удалить фотографию на вашем профиле в Facebook. Я уже нахожусь на своем профиле. Здесь выбираю вкладочку «Фото» и «Загрузки». Здесь будут показаны все фотографии, которые вы загрузили. Выбираю какую-нибудь фотографию. Нажимаю на три точки в правом верхнем углу, либо же удерживаю пальцем. И здесь появляется вкладочка «Удалить фото». Нажимаю и подтверждаю данное действие. Пока что временно показывает еще, что есть. Однако вот эта фотография удалена. Если же мы хотим через профиль попробовать удалить, то просто нажимаем на три точки. И можем относительно профиля либо скрываем, либо относительно какой-то фотографии можем переместить ее в корзину, то есть удалить. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.